Здравствуйте, уважаемые болельщики! Мы с вами в Нижнем Новгороде, в ФОКе Мещерский. Сегодня здесь будет сыгран первый матч финальный. Ну и 95-й номер Жеан. Я не назвал тренер, ваш комментатор Александр Быков. Внимание, перехват. И Сенцов бьет по воротам. В двух матчах был овертайм. Ну и вот в овертайме уже... Внимание, момент, Денисов, штанга! На выбор позиции Руслана Курбанова все равно стоит похвалить. Удар Жиана от ворот. На Фомина. Борьба какая! И Аширов! Это еще одна штанга! Произошли в составе команд у КПРФ на паркете. 56-й номер! Внимание, какой шанс! И Александр Телегин, номер 27-й. Удар по воротам и подправлял мяч Мирлуш. Передача на Дуду, и Дуду бьет там Самусенко. Пытался мяч подправить уже в ворот. Аут. Передача, Курбанов мяч получает. Приезжал в Нижний Новгород для того, чтобы сразиться с Орхимом. И там то ли гол, то ли голевая на его счету была. Денисов бьет, и 1-0! Ворота своей бывшей команды забивает Сергей Денисов. И что такое? Футболку схватил. Курбанов, пас вперед, здесь Обжорин. Легко мяч перехватывает. И бьет по воротам, третья штанга. Курбанов с мячом. И удар. Давид Савлоков. Вновь Давид Савлоков в игре. Ну и Молчанов на выходе головой сыграл. Внимание, Фомин, и передача проходит. Удар Савлоков. Вот перед началом сезона, когда было несколько новичков, Савлоков один из них, Аширов. Ой-ой, жесткий стык. Мяч в игру Владислав Савастьянов. Ух ты, ошибается Аширов. Без рук с мячом. Можно бить. Удар Савлохов. Сейвище. Спасибо арбитру, что отошел. А то он загородил нам с вами обзор. А вот удар. Без рук. Денисов. Прострел, и здесь Молчанову спасибо нужно сказать игрокам КПРФ, а здесь не было ли руки. Все совершенно по-другому ощущается. Удар по воротам, Савлоков из ближнего угла. Успевает оторваться Курбанов и бьет по воротам. Давид Савлоков снова... Удар и гол! Вот так рикошетом от паркета забивает Александр Коробейников. Он в более очевидной ситуации у Александра Маштакова, чтобы поправить здоровье, скажем так, Сергея Денисова. Жан бьет! И Молчанов уже спасает свою команду! На скамейке, может быть, тоже травмы. Хотя Самусенко там активно разминается. Удар по воротам Давида Савлокова. Еще один удар. И вот это уже опасно. Вернушки. До двух побед. Вот это противостояние будет идти. Телегин. Выход 1-1. Браво, браво. По-моему, Безруков сейчас в подкате. Серебряков. Пас Ющенко. Серебряков. Будет ли удар? Очень плотно держит. Ух ты, рикошет от Евгения Зубанова. Но потом Жан перехватил мяч. Ну а внимание, КПРФ в атаке. Коробейников на Сенцова. Будет удар. Иван Обжорин. Атака на ворота Орхима. Аширов. Перехват. Денис Аширов. Передача. Обжорин. Как он сейчас не забил. Но, тем не менее, в такой ситуации, конечно, Иван должен был забивать. Коробейников. Что здесь? Передача. Удар. А уже ответ... Борсков. Длинная передача на Дениса Аширова. Опасный момент. Удар. Мяч рядом со штангой проходит. Моментов просто море.
опоре. Вот еще один. Телегин мимо. И получил там травму Дмитрий Мал. И после такого перерыва сил может и не хватать. Внимание, выход 2 в 1. Опер! 2-1! Гол! Антон Опер! Очень сложный сезон у Опера получается. Много травм мелких. Потом восстановление. Поле. Безруков. Савастьянов. Ой-ой-ой! Савастьянов ошибается. Жан! Это не гол. Владислав, но мяч все-таки он потерял. Жан на Обжорина. Обжорин! И нарушает правила Савастьянов. Это будет желтая карточка. Денис Аширов. На Денисова. Денисов катит мяч на Ивана Обжорина. На Аширова. Аширов пас Жану. Вот Курбанова, кстати, Жан может продавить. Собственно, что и происходит. Что здесь? Нет гола! Пас Обжорину. Дуду. И бьет Дуду в дальний угол. Точно играет Молчанов. То есть до Коробейникова мяч дошел. Да, не слишком удобно было. Внимание, Дуду! Штанга! Четвертый штанг! Дуду. Жан, ну опять же, тяжело будет Жану в этой ситуации. Что делает бразилец? От перекладины мяч влетает в сетку. Это не так. Разница забитых пропущенных мячей с гостевыми голами и прочими элементами. Савастьянов. И удар по воротам. Опер! Просветов, передача. И удар по воротам. В дальний угол метил Владислав Мерлун. Удар. Телегин. В небольшом нокдауне оказывается Александр Тимани. Аширов едва мяч не перехватил. Коробейников разворачивается. В грудь со блоком мяч попадает. Аширов убежит ли? Удар по воротам. Бойцов брал. Обжорин. Передача на Серебрякова. Серебряков! И проткнул мяч мимо Бойцова. Опер. Голы хорошие сегодня. Их пока мы увидели 4, а вот сейчас могли и 5 увидеть. Денис Аширов. Дудо. Удар по воротам и гол! 4-1! Неожиданный удар для Бойцова. И Дудо все-таки сделал. Вот 3 мяча — это очень хороший задел. Да, расслабляться не придется в ответном матче, но тем не менее. Аширов. Аширов, пас на Телегина, возвращает мяч Телегин! Гол!